Seite 80. Ja. Kommunikationsmittel. Oh, Kommunikationsmittel. Was ist das Kommunikationsmittel? Mittel. Mittel. Средства. Средства связи. Да. Средства связи. Так, хорошо. Ну и слова в рамочке новые. Ого. Das Gerät. Было у нас такое слово? Было, было. Да, да, да. Колись было. Пристрій. Да, все правильно, молодец. Дальше. Так, das Medium. Угу. Не знаю, середина. А я тоже не знаю. Это, наверное, die Medien, это средство связи с общественностью. Так что такое медиа? Das Medium. Надо посмотреть, я не знаю. Я это не подумала, что я это смогу перевести, а точно не знаю, как. В наше время этого не было. Меди. Засип, посредник, коммуникативный засип. Медиан. Коммуникативный засип. Медиум. Да. Das Medium. А дименю медиен, средства связи, да. Димедиен. Ну, медийные, у нас есть же такое слово, медийные засобы. Ты что-то пишешь? Да, это das Medium. Так, дальше. Der Drucker. Der Drucker. Der Drucker. Принтер. Принтер, так, дальше. Так, да, смартфон. Ну, ты будешь это писать? Да. Ну, я думаю, ты не будешь это писать все. Drucker не буду, да. Да, смартфон. И да, смартфон я тоже думаю не будешь. Тоже не буду, так. Sich vorstellen. Так, ну это знакомое слово. Да, знакомое. Но я не помню его. Как помню? Представить себе, вот это тогда. Stell dir vor, представь себе. Так, а sich vorstellen... Представь мне своего товарища. Stelle dich mir dein Freund. Представь себе моего друга. Dein Freund. Я представляю вам мою семью. Stelle ich dir. Не, ну порядок слов. Ich stelle Ihnen. Ich stelle Ihnen. Мою семью. Meine Familie. Meine Familie. Vor. Eine Приставка это. Vor. Да. Ну все, предложение скажи. Я представляю вам мою семью. Я представляю. Да. Stelle ich. Нет. Да нет. Начинай стресс. Так. Meine Familie vor. Так. Я представляю вам свою новую книгу. Ich stelle Ihnen
Mein neues Buch vor. Да, mein neues Buch vor. Потому что das Buch среднего рода. Ну, дальше пошли. Но да, форма этого глагола. Так, форма это... Stelle sich vor, hat sich vorgestellt. Stellte sich vor, hat sich vorgestellt. Я представлял, я представил вам украинского философа Григория Сковороду. Загомелби. Да. Я представил вам, но это уже перфект будет. Значит, ich vorgestellt. Нет. Gestellt. Нет, ты забыл все. Значит, да. Это перфект. Только эта форма и употребляется с глаголом haben. Ich habe mich, потому что это я. Ich habe mich Ihnen, вам. Den ukrainische Philosoph. Gestellt. Vorgestellt. 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 Так, давай все запиши, чтобы ты видел, какие у тебя ошибки. Сейчас, значит. Я. Mich. Ich habe mich. Ich habe mich. Вам. Ihnen. Так, украинского философа. Den. Так, den украинским философом. Философер. Философ. Философен. Философен. Потому что правильно. Да, потому что это суффиксом -ов получает во всех падежах окончание -ен. Den ukrainischen Philosophen, сковорода и глагол vorgestellt. Vorgestellt. Да, ну видишь теперь без порядок слов и что за что зачем. Да. Так, следующий глагол, Женя. Entwickeln. Да, это что? Не знаю. Развивать. Я думала, ты знаешь. По-моему, ты говорил, что знаешь. Entwickeln. Entwickeln, entwickelte, hat entwickelt. Hat entwickelt. Да. Так, типен. Это? Печатать. Печатать. Типен. Типте, хадди, типте. Типте, хадди, типте. Так. Так, так, der Laptop. Это? Ноутбук. Ноутбук, так. Так, der Scanner. Scanner. Ну, Scanner. Так, das Tablet. Tablet, Tablet. Не знаю, правильно.
Даст таблет. Таблетка. Планшет. Планшет. Ну уж я тебя не ожидал. Это я знаю, что ты планшет. Ну, таблетка. Пошутил, да? Ладно. Der таблет PS. PS. PC. PC. Хорошо, как бы PC. Ну как, можешь... Персональный компьютер, да? Планшетный персональный компьютер, да. Ага. Так, значит, теперь самое главное, чтобы ты знал правильные артикли. Значит, какие у нас мужского рода слова из этих Geräte? Der Drucker, der Laptop, der Scanner, der Tablet PC. Да? Да. Но смартфон у нас уже среднего рода. И даст таблет тоже среднего рода. Так, упражнение первое читай. Так, первое. Первое. Die Kürzung spricht nach. А ты только читаешь, так? This CD, der CD player, der computer, der chat, die DVD, der DVD player, die mail, email. Так. ICQ. А это что такое? Я так и не знаю. ICQ. Что это такое? Я сам не знаю сейчас. Да? Ну, посмотри. Ага. Что это? Что-то типа стародавнего Вайбера. Да? Ну, уже оно... Оно... Нема такого. Непопулярное? Оно уже не популярное? Ну, раньше было популярно, да? Сейчас я не знаю, чем оно вообще и существует. Ну ладно, тогда мы это не будем запоминать и смотреть. Дальше. Где лэптоп? Да, смартфон и да, таблет. И глаголы образуют. От каких глаголов образованы это существительные? Ага. Drücken, der Drücker. Нет. Не drü, а dru, u. Drücken. Drücken. Der Drucker. Der Druck. Так. Так, faxen, das Faxgerät. Угу. Это пересылают факсы, это то... сообщение тоже, да, факс? Ну, это да, сообщение, в принципе, логично. Дальше. Так, Fernsehen, der Fernseher. Это у нас что? Fernsehen, Der Fernseher. Телевизор. Да. Смотреть телевизор. Телевизор. Дальше. Так. Spielen der Spieler. А копирен der Копирер. Ой, копирен der Копирер. Это у нас что? Копировальщик. Ну, а как это, прибор-то как называется? Der Kopierer. Как там может называться? Копировальный аппарат. Ну, ладно, дальше.
Так, шпилен, дер, Но шпилер. сканеры купир. Сканеры копирер это одно и то же. Ну, Сканер сканер и только сканирует, а копирер копирует. Да, а сканер это значит что? Какой смысл? Я вот не знаю. Ну, в принтере есть ну, сканер, або это отдельно есть. есть сканер. Ну, він просто переводить цифровий формат, запоминає його. Ага. Все равно копирует, значит. Типа того. Наверное, да. Шпилен да шпиля, шрайбен. Шрайбен да шрайбер. Телефонирен дер, даст телефон, сканен дер сканер. Угу. Значит, глаголы существительные, образованные от глаголов, бывают с окончанием «-ер» или с суффиксом «-ер» – это они мужского рода, да? Да. Да. «Факсен дас факсгерет». Ну да, только «факсен дас факсгерет», потому что тут определяется артикль по существительному второму. Das Gerät. Все. Так, упражнение второе. Так, mit Hilfe welcher Mittel kann man mit Freunden kommunizieren? Так. Sprecht zu zweit, findet passende Wörter in Kasten. Так. Понятно задание? Ну, 50-50. Ну. А что такое? Иди задание. Так. За допомогою яких слів можна спілкуватися. За допомогою яких средств можна спілкуватися з друзями. Комунікувати так, з ними. Да. Ну от два. Да. Так, ну, два предложения внизу. Ага, так. Man kann mit Freunden per kommunizieren, man kann auch schreiben, schicken, benutzen. Benutzen. Так, schreiben. Что такое schicken, benutzen? Schicken, benutzen. Schicken. Значит, шикен. Да. Відправляти? Да, абенуцен. Абенуцен. Відправляти на побагаті, не знаю. Використовувати. Щось таке. Використовувати, да, все правильно, все правильно. І так, значить, пер пер. После этого нужно ставить существительное в акузативе. Пожалуйста. Выбираем. Так, выбираем. Что можем? Нет. А сначала что мы? Че, просто по все подряд пишем. Давай сначала. Ну, все прочитать, наверное, надо, а потом уже Das Buch. Ну, быстренько. Хорошо, так. Das Buch, der Brief, die Zeitung, die Post. Посткарти, der Laptop, die E-Mail, das Telegram, die SMS, der Computer, Chat ICQ, das Faxgerät, der Fernsehapparat. Правильно, правильно. Fernsehapparat. Fernsehapparat, das Radio, der Film, das Bild. Der Drucker, das Telefon, das Tablet, die CD, das Internet, der CD-Player, das Handy, die Fotokamera, der MP3-Player, der Scanner, der Kopierer, das Smartphone. Так. Мы теперь выбираем. Man kann mit Freunden per.
Только правильный ставь падеж. Man kann mit Freunden per E-Mail oder SMS kommunizieren. Mhm. И все? Все, больше не надо. Ну, хорошо. Что может еще быть? Ну, не надо. А по письмам можно? Через письмо? Per... Per Telegram. Общаться. Так. Per Telegram. Так, per Telegram. Что там еще? Да. The laptop. А где посткарты? Открыткой тоже можно общаться? Где посткарты, это что? Ну, еще можно и газетой, если на ней писать. Нет. Посерьезней. Per den brief. Per die Postkarte, per die E-Mail. Да, per die... Да, per der Laptop. Так, per den Artikel уже... Per den Laptop. Да, per den Laptop, дальше. Per den Telegram. Per di SMS, per den computer, per chat. Da. Aha, per ICQ, per das Faxgerät. Mhm. Per den, не. Ну хотя по теле, в принципе, можно и по телевизору. Ну что ты? Хорошо, можно... Тут уже ты дальше идет телефон. Нет, сначала радио. Почему? А по радио можно, что ли? Ну да, можно. Если так. У тебя дома радио и там радио, так радио при... Передатчики, да? Як що захотіть, можна. Можна, да. Но сейчас уже это не очень пользуется, значит. Да. Per телефон. Так, per телефон, per таблет, per das Internet, per das Handy. Угу. And per das Smartphone. Ну все хорошо. А что можно использовать? Писать, посылать. Может, тут, чтобы общаться. Чтобы общаться. Это ж книжку не будешь посылать? Да. Или газету. Или сканер тоже ж не будешь посылать или общаться. Man kann auch die Postkarte benutzen. Den Brief schreiben. Die Postkarte benutzen, da. Der Brief schreiben. Die E-Mail schreiben. Wie schicken, da. Da. Das Telegram benutzen. Ну да. Ну так, где SMS schreiben? Я. Так, так. Ну, короче, задание такое какое-то не очень интересное. Да. Оставим-ка мы их. Так. Ага, Б упражнение.
Welche Medien und Geräte sind modern, welche nicht mehr? Sortiert die Wörter zu zweit. Так, модерні медіа і гарети зінт. Де Geräte sind der Computer, der Laptop, die E-Mail, die SMS, Chat, ICQ. А ти говориш, що ICQ нет. Це модерн. А ніхто модерн там щось ще є, я так подозріваю. Там ці телеграми, пошткарти. Ні. Нет. А CD, наверное, CD-плеер не это, MP3-плеер, не модерн. Я так думаю. Модерн. Да? Все еще занимаются, играют этими. Ну ладно, все же я, ну их. Поехали дальше. C. Так, wie welchen die Gegenstände. Ah, oh, da. Wie heißen die Gegenstände, finde passende Wörter in Kasten. Так, первое. Ну. Что там, der Laptop. Да, второе. Так. Der CD Player. Ну. А это не MP3 плеер? Це CD А может... плеер. Він такий кругленький, там внутрі можна CD диск вставити. Да. Ладно, это мне не интересно. Вообще не видала даже. Дальше. Так, ну что там? Да, смартфон. Да, смартфон. Так, що ще там? Так, це... Der Drucker. Der Drucker. Так, п'яте, це та таблет. Наш таблет, так. Так. І? І що це? І дерсканер. Ой. Дерсканер, так? Ну, дердрукер, дерсканер. Хорошо, четверте упражнення. О, так. Верхи. Коммуникационсмиттель braucht man dazu. Да. Переводи. Lest den Text. Ну, ergänzen letzten unten. Задание переведи. Welche коммуникационсмиттель braucht man dazu? Так, какие засоби коммуникации потребны тут? Да. Для цього. Дацу для цього, так? Для цього, так. Вон там, эти то, что вот внизу, А, Б, С, Д и так далее. Там надо будет выполнить это, эти упражнения. Предложения дополнить. Ну и так читаем текст. Хорошо, так. Als unsere Eltern noch klein waren, konnten sie sich kaum ein Telefon ohne Drähte vorstellen. Drähte vorstellen. Übersetze. Так, можно. Als unsere Eltern noch klein waren. Для als, наших, для наших когда? Батьків. Не-не, als, когда? Коли нашим батькам? Що за слово клянь не знаєш? Мало. Як? Так. Ну, ну клянь. Коли були малі? Так. Konnten Sie sich kaum ein Telefon ohne Drähte, без проводов vorstellen? Konnten Sie kaum, едва ли. Навряд чи вони могли представити телефон без проводів. Так, все правильно. Дальше. Heute aber. Heute aber.
mit den anderen Personen zu sprechen, greift man ganz leicht nach einem Handy. Так. Неважно, там знаешь ты не знаешь слова, но перевод смысл понял. Да. Ну, говори. Что говорить? Ну, почти перевод. Если там пару слов не знаешь, то ничего страшного. Так, ну... Ну, не знаешь слово «крайфт». Все. Нет, навряд ли, не помню. Так, але сьогодні... Да. Так, щоб поговорити з кимось... Так. Потрібен мобільний телефон. Да, greift man ganz leicht. Ну, обходяться ganz leicht, совершенно легко телефоном, да? Телефоном мобільним. Мобільником, да. Так. Das Wort Computer war für sie auch eher ein Begriff aus фантастичен бюхерн. Ага. Ну, слово комп'ютер було для них також за гранью фантастики. Да, із фантастических книг, да. Хойте аба хабан фаст алех Haushalte mit Kindern, Computern und Handys. Так. Haushalte, ну, семьи, дома. Haushalte, домашнее хозяйство. Домогосподарство. Домогосподарство mit Kindern. С детьми. Угу. Ну, так. Однако сегодня все домогосподарства с детьми имеют компьютеры, там, мобильные телефоны. Так. Тексти schnell und ohne Fehler zu tippen, braucht man heute keine Schreibmaschinen, sondern clevere Computer und ihre Apparaten. Laptops Arten, und Tablets. Так. Так. Ну що, щоб быстро набирати текст. Und ohne Fehler. Щоб швидко і без ошибок набирати текст. Так. Braucht man. Сьогодні не потребується печатної машинки. Да. Sondern a. Sondern. А, ну, типа. Але ще розумний комп'ютер. Угу. І їх апартен. Їх производні. Производні. Ну да, типа арт это вид. Апартен. Ну, то есть лептопс і таблет. Ну, это ж тоже разновидность комп'ютерів, так ведь? Да. Ну да, знаешь, производные, типа. Вот так. Аналоги. Den fertigen Text kann man dann mit einem Drucker ausdrucken. Угу. Den fertigen. Ну, типа, потом готовый текст можно распечатать. Да. Дальше. Так. Damit wir die nötigen Informationen schnell finden können, ist das Internet da. Mm-hmm. Ну, это тут легко совсем. Ну, да, типа, интернет існує. Да. Damit. То же самое, чтобы... Чтобы мы могли найти информацию. Да. Damit. Когда нам... Для того, чтобы... Мы могли найти быстро нужную информацию.
Does internet is да. Вот интернет, так? Да. Вот интернет. Um darin zu surfen, braucht man kein langes und anstrengendes Training, sondern nur etwas Übung am Computer oder mit dem Smartphone. Dem Smartphone. Понятно? Что написано? Прочитай еще раз. Ничего страшного, можно еще раз прочитать. В принципе, понятно. Ну, еще раз прочитай, все равно. Um dahin zu surfen, braucht man kein langes und anstrengendes Training, sondern nur etwas Übung am Computer oder mit dem Smartphone. Так, übersetze. Типа, чтобы серфить в интернете. Да, Дарин, там, в нем. В интернете, да? Да, чтобы серфить в интернете, это не треба довго тренуватися. Да, и нудно. Довго и нудно тренуватися. Просто треба потренуватися за комп'ютером або смартфоном трошки. Да, потренуватися, упражняться. Дальше. Damit Musik lieben habe, heute Musik nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs hören können, hat man CD-Player und auch kleine und kompakte MP3-Player entwickelt. Да. Для того, для любителей музыки. Сьогодні музику можна слухати не лише вдома, а й не дома. Унтервекс. Ну, в дорогі, унтервекс. В дорогі. В дорогі, так. Значить, були винайдені CD-плеєри і маленькі компактні MP3-плеєри. Угу. Ну, майте. Heute aber stehen Smartphone mit ihren vielen Funktionen im Vordergrund. Да. Але сьогодні смартфони з їх багатим функціоналом виходять на перший план. Совершенно вірно. Дальше. Um etwas aufzunehmen, braucht man eine moderne digitale Fotokamera. Digitale Fotokamera, так. Типа, щоб щось записати. Нет, aufnehmen, це сфотографувати. Ага, щоб щось сфоткати. Просто не просто потрібна цифрова камера. Сучасна. Да, современная фотокамера, да? Да. Так. Так, aber auch die meisten modernen Handys haben eine integrierte Kamera und so kann man mit dem Handy nicht nur Freunde anrufen.
Зонден ауфотографирован. Ну вот. Ну еще раз прочитай. Длинное очень предложение. Aber auch die meisten modernen Handys haben eine integrierte Kamera. Und so kann man mit dem Handy nicht nur Freunde anrufen, sondern auch fotografieren. Так. Ну переводи. Значит, але більша частина, більшість сучасних телефонов. Да, сучасних телефонів мають вбудовану камеру. Так. Да. І потому. І тому можна не тільки дзвонити друзям, а й фоткати. Угу. Ну так. Да. Логічно. Ну, конечно. Так, і записувати відео. Там про це не сказано. Ну, туди не сказано. Так, але модерний комунікаціон Смітель erleichterne unser Leben und geben uns die Möglichkeit. Unsere Freizeit sind wohler zu gestalten. 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 Устроить, да? Unsere Freizeit sind wohler zu gestalten. Более наполнено устроить наше свободное время, так? Ага, значит, усі сучасні засоби зв'язку. Erleichtern. Не знаю. Leicht. Не помню. Ну, знаешь. Легко. Erleichtern. А, полегшить. Полегшить наше життя. Дають можливість. Так. Unsere Freizeit sinnvoller zu gestalten. Дають можливість проводити на шільний час. Да. Зінволен. Наповнити, более повно, проводити наше свободне время. Так, und jeden Tag? Und jeden Tag erscheinen neue Modelle, die immer besser sind als die früheren. Так. І кожен день з'являються моделі, які краще за попередні. Ну да, да. Так. Ответить на эти вопросы. У нас еще есть время? Да, у нас еще есть время. Но на эти вот эти предложения дополнить письменно. Опять, да? Но надо практиковаться в письме. Хорошо, так. Страница 81. Вот у тебя два задания. Да? Да. Надо и мне записать, а то я забуду. Так, ДЗ. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis.